Университет Джона Хопкинса? Неплохо. Бросай! 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 Нет! Только нету. Спасибо, господа. Эй, док, что за красотка? Это твоя жена? Малышка! Толстяк, ты животное. Она свободна? Это моя жена Амелия. Она умерла. Тем лучше. Только мы не о ней же с вами собирались говорить. Ну что? Видишь, что ты наделал? Я же пошутил. Не надо шутить об Амелии. Она замечательный человек и никогда тебя не обижала. Я правильно говорю, Стинки? Грех жаловаться, она просто ангел. Минуточку. О чем вы говорите? Я говорю, что она чудо как хороша. А что такое? И ты ее видел? А ты думаешь, я слепой? Конечно, видел. Все видели. Док, ты что, ее ищешь? Что ж, вообще-то мы с вами хотели поговорить про другое, но раз вы сами затронули эту тему... У вас наверняка есть способы общаться с такими же, как вы. Ведь так? Я так и думал. Вообще-то это для нас запрещено, док. Всякие инстанции, куча бумажек. Волокита. Ну, дятина, ты понимаешь, о чем я говорю? Но для тебя мы обязательно что-нибудь придумаем. Убери от нас эту ведьму, Криппинген, и считай, что мы с тобой в расчете. Правда, парни? Идет? Идет. Толстый, ты знаешь, что делать. Давай! Неужели так просто? У нас своя внутренняя сеть. Обмениваемся историями, устраиваем посиделки. Скучные, как похороны. Довольно быстро сработано. Кажется, это к вам, док. Иди. Амелия? Муженек!